Как вы думаете, мы коснулись, на мой взгляд, очень интересной темы, а как вы думаете тогда, может ли выйти так, что если фигура масштаба Ивана Урганта, да, выскажется сейчас о событиях в Украине, что в нем родится как раз в этот день политик и человек, который сможет принять на себя ответственность. Я не про персонально про него, может про кого-то сродни, да, Ивана Урганта, что вот как раз и родится тот, сегодня часто говорят, ну а кто, если не Путин, да, что если... У меня есть человек, вот, ну, как бы у нас с вами вот на глазах, на мой взгляд, абсолютный политик. Вот реально глядя на вещи, моими глазами он обладает просто и доверием, и электоральным потенциалом. Это Юрий Дудь. Человек вообще вот ни разу не вызвал ни одного вопроса к себе. Выступает жестко, говорит честно, при этом абсолютный русский патриот. Критикует жесточайшим образом режим. Именно он не боялся говорить с Навальным, когда все боялись. Он сделал с ним несколько мощнейших интервью, не только с Навальным, со всеми лидерами оппозиции. При этом он говорит с обычными, не с обычными, но с интересными людьми, представляющими разные сегменты российской культуры, науки, бизнеса и так далее. Он говорит с точки зрения... Да? Ты меня не изменяешь память. У меня вами был тоже разговор с ним, да, был разговор, потому что у него были разговоры не с россиянами, но мало, он всегда говорит о России. И его она волнует. Вот он человек безусловной репутации. Я бы даже сказал, безупречной репутации. Он мне кажется, такое решение? Это возможно, как вы считаете? Вот, например... Я думаю, что такое... Мне сложно судить о действиях других людей. Я лишь могу сказать, что, на мой взгляд, он обладает этим потенциалом. Он может стать большим политическим лидером. В нем есть потенциал безупречной репутации. Знаете, вот он ни разу не сказал ничего, за что, боже, может быть, сегодня стыдно. Он всегда был не просто против войны, против агрессии, против захвата Крыма и так далее, и так далее. Он все это говорил. Он никогда не сотрудничал с государственными телевизионными каналами. Он не сидел, как Иван Андреевич, на Первом канале, что, безусловно, требует определенного рода компромиссов. Это была замечательная программа «Вечерний Ургант». Единственная, наверное, на российском телевидении, которую можно было смотреть. Я смотрел ее в Ютубе, как правило, чтобы не включать телевизор ни в коем случае. Но это все равно Первый канал, и там все равно были договоренности. Но я смотрел, знаете почему? Я, среди прочего, поэтому и смотрел эту программу время от времени. Иногда было интересно наблюдать, как Ургант удавалось ему, как ему удавалось сохранять лицо, работая на Первом канале. Да, это тоже было отдельное искусство, за которым можно было наблюдать с интересом. Да, да, без сомнения, удавалось, но тем не менее, это Первый канал. Это все равно остается. А вот у Дудя нет. Дудь в Ютубе, понимаете? И он с самого начала. Он создал сначала крупнейшее и очень успешное спортивное средство массовой информации, это Sports.ru, а потом начал делать свои эти замечательные интервью и превратился в персонажа. И вот я вам должен сказать, что в отличие от сегмента шоу-бизнеса, ютуберы, блогеры, вот важные, они на самом деле выступили практически все остро. И вот это надо отдать им должное, потому что... А у них миллионные аудитории. Катя Гордеева, Екатерина Гордеева, и... тот же Дудь, и тот же Варламов, они разные, к ним разные отношения в Украине, и многое, что они делали, вызывало разные эмоции, наверняка заслуженные, но сегодня они против войны, как и многие те, о ком я сейчас не сказал, выступают, пишут, снимают, делают интервью. Максим Кац ежедневно ведет свой видеоблог, делая по 20-30-минутные блистательные какие-то истории про каждый новый день войны. Это же непростая история. Он толкует новые события для своей аудитории. Это миллион зрителей или миллион два, там много. На самом деле, вот это все вместе каким-то образом создает некую хотя бы условную, но тем не менее альтернативу официозному мейнстриму, который доминирует абсолютно в России. Ну, вы знаете, что там закрыты все уже оставшиеся какие-то до последнего момента независимые средства массовой информации. Да, закрыт... YouTube на волоске, да? Да, YouTube, конечно, на волоске. Вчера я читал, что кто там сказал, Захарова, кажется, сказал, да, после того, как они, YouTube закрыл вещание этого канала Государственной Думы, она сказала, что YouTube подписал себе приговор, сказала Захарова. Это смешно звучит, YouTube подписал себе. Но, видно, имеется в виду, что они все-таки его там закроют. А потом выступил наследник великого, чудовищный, не думал, думал ли Лев Николаевич Толстой, мучительно переживавший
проблемы российской жизни, и статью которого о войне, так сказать, сейчас часто цитируют, поскольку она звучит абсолютно современно, думал ли он, что среди десятков его правнуков, праправнуков будет Петр Толстой, мерзейший вице-спикер Госдумы, который вчера тоже требовал закрыть YouTube за его русофобскую, вот это вот еще любимое мое слово, русофобскую позицию. Ну да, и он на волоске, но опять же, VPN не даст ему исчезнуть. Точно так же, как он обеспечил доступ к Фейсбуку, Инстаграму и Твиттеру для многих россиян, и они по-прежнему пользуются. Я думаю, что YouTube останется важнейшей платформой для оппозиционных высказываний и свободного медиа.